А чтобы сделать более безопасным путь паломников в Белой Холунице, сопровождать их отправились десятки полицейских. 4 августа поздно вечером верующие вернулись из Климковского крестного хода. В этом году он прошел уже в 15-й раз по счету. Ежегодно 2 августа сотни верующих отправляются в дорогу. Число паломников с годами не уменьшается. В этот раз с иконами и молитвами в путь отправились больше 1000 человек. Традиционно в Климковский крестный ход отправляются женщины, которые делали аборт или рекомендовали эту процедуру близким. В христианстве это считается грехом. А данный поход – возможность успокоить душу, уверены паломники. Сам Климковский крестный ход посвящен событиям столетней давности. Тогда глава многодетной нищей семьи не смог вынести плача своих голодных детей и убил их. По словам служителей церкви, в ближайшие годы у Климковского крестного хода могут появиться и дополнительные цели. Вот изменение нашего крестного хода. Мы должны его поднять на очень высокую духовную высоту. Не просто мы прошли по этой земле, потоптали ее где-то рассеянно, помолились, а именно что глубокой молитвой. Здесь всегда жили наши предки. Здесь трудились эти все поля, по которым мы идем, всегда засевались. А это сейчас брошенная земля. Проходя крестный ход, своей живой церковью освящать эти места –